Валюш, посмотри, какую картину я написал на днях. Кстати, масляными красками. Знаешь, я почувствовал себя вот как Мане. Николай, очень красивая картина. А каким именно Мане ты себя почувствовал? Клодом или Эдуардом? Ну, тот, который импрессионист. Николай, ну вообще-то они оба импрессионисты. Валюш, да какая разница? Важно, что сегодня отмечаем, вот посмотри, Всемирный день художника. Николай, ну вообще-то Международный день художника 8 декабря. Валюш, так кто международный, а это всемирный? Чувствуешь разницу? Ну да, чувствую, но если серьезно, это еще один повод поговорить об искусстве и встретиться с творческими людьми нашего города. И судя по этой картине, у тебя все прекрасно получилось и все сложилось. Валюш, еще как сложилось, но давайте посмотрим, как это происходило. Первые рисунки появились еще в Древнем мире. Пещерные люди изображали на стенах своих жилищ эпизоды своей жизни. Сейчас в мире существует более 100 направлений живописи. А чтобы полностью освоить все жанры, не хватит целой жизни. Однако попробовать точно стоит. Мастера-художники считают, что задатки способности есть у каждого человека. И чтобы доказать вам это, мы пришли в мастерскую «Бородинский сад». Рядом со мной художница Елизавета Михайлова. Лиза, привет. Скажи, пожалуйста, чему ты научишь меня сегодня? Привет, Коля. Сегодня мы с тобой напишем вот такой пейзаж. Это закат с помощью масляных красок и, естественно, на холсте. А начнем мы с тобой с предварительного рисунка. Мы его будем делать сразу без карандаша, с помощью кисти и краски. И потом от неба плавно перейдем к земле и к отражению в воде. До этого я рисовал мелками, на уроках ИЗО и баллончиком после школы. Я уверен, у меня все получится. Мы с тобой закончили предварительный рисунок, первый этап позади. Теперь приступим ко второму этапу, это непосредственно работа с красками. Нам сейчас нужно будет взять широкие кисточки. Держи. Спасибо. Лиз, ну про широкие кисточки я знаю точно только одно. Забор ими красить в два раза быстрее. Нам нужно с тобой макнуть их в тройник и набрать цвет для неба. Лиза, скажи, пожалуйста, вот что самое сложное, когда пишешь пейзаж? Самое сложное в пейзаже – это разобраться с тоном. Что темнее, что светлее. На самом деле для человека не важно, какого цвета объект. Я могу написать твой портрет, например, вообще в зеленых цветах. Но если я правильно выдержу тональность портрета, то он будет смотреться реалистично, и ни у кого не возникнет сомнений, а почему-то зеленый. Самое главное – нам выдержать правильный тон. И тогда работа будет удавшейся. Лиза, ну, по-моему, небо у меня получилось. Что дальше? Второй этап у нас окончен. Действительно, мы с тобой написали небо. Дальше мы будем писать облака. Нам нужно с тобой намешать фиолетовый цвет, поэтому мы берем с тобой кобальт фиолетовый, который у тебя есть. Берешь ультрамарин синенький и смешиваем такое темное пятно. Посмотрим у Лисы. У нее выглядит все совсем по-другому. Но я художник, и я так вижу. И можно вот здесь немножко подтушевать, мягче контур сделать. Вот так прям пальцем? Да, это давно уже придуманный метод. И сначала человек рисовал руками, а уже потом кисти появились. Так что, конечно, можно в живописи не только использовать кисть, но еще и руку. Я-то думал. Пошел жарить. Намного удобней. Прям, слушайте, во мне проснулся первобытный художник. Ну, я так понимаю, мы уже на финальной прямой. Смотри, какая красота у меня получилась. Да, мы с тобой заканчиваем работу над этой картиной. Нам осталось написать отражение и засвет на облаках. И работа будет закончена. Отражение неба мы пишем зеркально. Соответственно, сначала у нас идет светлый желтый, и дальше мы спускаемся вниз. Лиза, ну, по-моему, все готово. Да, Коль, для первого раза у тебя очень хорошо получилось, работа удалась, я тебя поздравляю. Спасибо тебе большое, мастер. А ты еще раз доказала мне и всем нашим телезрителям, что научиться рисовать не так уж и сложно. И это может получиться даже у таких новичков, как я.
Но благодаря мастеру это будет намного быстрее и эффективнее. Приходите к нам в художественный салон, в нашу студию, учиться живописи. Будем вас ждать.